У тебя никакая тачка и никудышная команда.
Хочешь быть хорошим дрифтером? Научись проходить повороты в заносе на большой скорости. Один занос должен переходить в другой без ущерба для скорости. Чем ближе ты окажешься к ограждению, тем больше баллов тебе дадут. Но если ты зацепишь ограждение, счетчик обнуляется. Дариус просил меня узнать, как у тебя дела. Невилл, может, угостишь даму напитком? Ну, да. А каким? Может, какой-нибудь газировки? На твой выбор, ладно? Окей. Ну, кое-чего ты уже добился. По крайней мере, шороху навёл. Но меня не проведёшь. Одно мне непонятно. Почему ты до сих пор не уехал? Знакомьтесь, это Сэл Мастелли. Привет. Ники говорила, ты ищешь напарника. Слушай, ты меня совсем не знаешь, но я знаю о тебе все. Я твой фанат. Был на всех твоих гонках. И на этой ноте я вас покину. Слушай, с тех пор, как ты уехал, здесь многое изменилось. Знаешь, теперь тут полно этих, ну, крутых. Одни понты. Я знаю здесь все подворотни, с детства знаю. У меня руки растут откуда надо. Я могу починить и настроить все, что угодно, так что... Пожалуйста, ваша газировка и вода. Куда она ушла? Надеюсь, я к нему привыкну. Что? Ничего, что ты неплохой парень. Tell me what it looks like.
направлении. Полный разворот. Диспетчер, он же атакует меня. Сейчас мы объезжаем его и становим предохождение. Остальные ведут его на нас. Мне его точно не догнать. Диспетчер, перекрывайте дорогу. Как уже надоел этот объект, сил нет. Попробуйте предупредить другие машины. Может, его перехватят. Контакт с преследуемым подтверждаю. В радиусе 10 кварталов от точки. Ждите подробностей. Yeah.